В Магаданской области начал работу Центр управления регионом ЦУР. Создан для сбора и аналитики обращений, жалоб и предложений калмычан в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети и мессенджеры. ЦУР позволит сформировать актуальную картину проблем по каждой отрасли в режиме реального времени, а также повысить эффективность органов власти в решении вопросов жителей. По словам вице-губернатора, основной эффект от деятельности центра – это повышение уровня и качества обратной связи с гражданами. Жители Колымы смогут не только вести диалог с властью, но и принимать активное участие в решении проблем региона. Когда полтора года назад мы создавали открытую Колыму, все чиновники воспринимали ее в штыки, потому что люди задавали прямые вопросы, минуя многочисленные кабинеты, письма и 30 дней ожидания, когда им ответят. И чиновники должны были отвечать очень оперативно, четко и принимать решения по этим вопросам. Но вы понимаете, что в настоящий момент в какой-то степени существует элемент добровольности для чиновника. Может ли он отвечать и принимать какие-то действия по тем запросам, которые приходят через WhatsApp-группы, или нет? Или, например, обращается человек в Instagram, а ему не отвечают по каким-то вопросам. И вот современная система цифровизации и стандартизации работы с запросами граждан, она как раз переходит на новый этап. В работе ЦУР будет использовать систему мониторинга обращений жителей в открытых источниках интернет-сети, в социальных сетях, форумах, блогах. По словам специалистов, с помощью этой платформы с середины 2018 года уже удалось решить десятки проблем калмычан в сферах благоустройства, ЖКХ, образования и здравоохранения региона. Использовать специальные хэштеги или официальные обращения не нужно. Система мониторинга зафиксирует обращения пользователя на основании анализа медиапространства по заданным алгоритмам и ключевым словам. После фиксации обращения определяется ответственный исполнитель за решение конкретной проблемы. ЦУР позволит напрямую доводить обращения, жалобы и предложения жителей региона до властей, а также контролировать их исполнение, разъяснил руководитель Центра управления регионом Павел Береговой.